Друзья, всем привет! И продолжаем обозревать такой интересный язык, как токипона. Я вот прям себе возьму на вооружение именно с точки зрения его запись. Вот очень лаконично можно записать достаточно интересные и употребимые понятия. А это восклицание, а. Акэси. Акэси происходит от голландского ящерица. Конкретно. Ну, в принципе, Google под рукой, поэтому могу даже показать. Редис. Редис. А, тут нету. Давайте так посмотрим. Ха-хэдис. 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 Вот как-то так. Ладно. А, более подробно мы будем рассматривать позже. В других видео. Алла, алла, no, no, нет, алла, алласа, алласа, мы оленем, оленей мы убиваем, на оленей с собаками охотимся. Але, але, это все. Ну, видно, что это, то это знак бесконечности. Анпа, анпа, под, под. Анте, анте. Анте перед, возможно, но надо уточнить. Ану или, или. Авен, авен, постоянный, постоянный. Авен, авен. Э это, ну, можно сказать, винительный падеж. Н, Н, И. Эсон покупать, видите, у нас этот. Либо фунт стерлингов. Ее, ее, ну, видимо, автор была из Евросоюза. Возможно, даже из Англии. Ее это вещь какая-то. Ике плохой, то есть смайлик вниз. Ике плохой. Ило это инструмент. Ну, может быть, стоит какой-нибудь топор, томагавк. Ило. Инса. Инса, по идее, это остров. Нет, это не остров, это центр. Это центр или, 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 или. Живот, ну вот, все, что связано с центром. Яки, яки, як, по-английски як. Чего гадость яки портить. Дальше ян, человек, видите, голова человека нарисована и шея. Еро, почему-то так представлено, желтый. Желтый представлен так. Йо, йо, я. Ну, голова покажет в это на себя. Йо, йо. Так, может быть, это не я. Уточнить надо. Кала, рыба. Калама, речь. Ну, все, что связано с речью, с говорением. Кама – приходить, видите, две ноги. Каси – растение. Кен – мочь. Все, что связано с возможностью. Дальше – кепекен. Кепекен, видите, человек использует инструмент. Поэтому кепекен использовать, ну и с помощью этой тоже. Кили – это плод, в данном случае яблоко. Киван это камень, но больше похож на алмаз.
Ко это порошок, ну, странно как-то выглядит, а кон это дух. Вот дух больше похож. Дух, дух сущности, воздух. Куле цвет. Ну, тоже не очень угадывается. Кулупу группа. Куте ухо и все, что со слухом. Ла, надо мне повторить. Лапе. Человек, видите, человек спит. Лапе. В Токи Пони не употребляются. А что я? Ну, ладно, я сделаю еще на английском, и там я уже буду рисовать. В принципе, можно сделать маленькие. Да, по-английскому я делал маленькое. Сейчас большой разбор будет, а по-английскому будет маленький, много маленьких. Дальше. Дальше. Йо. Куте. Ла. Не знаю. Лапе, видите, человек спит. Лассо. Растение. Лассо. Ладно. Лава. Видите, у нас голова, как будто кепка. Лен. Или тен. Лен. Лен. Не знаю. Лете. Это холод, все, что связано с холодной температурой. Лен. Ли. Ли – это тоже грамматическая частица. Лили? Лили. Лили надо тоже повторить. Вот, прямо у меня. Я не использовал образы, поэтому у меня не зашли. Можно выделить, что я не знаю. Ну, что сомневаюсь, по крайней мере. Ла Кили Кивен. Что-то угадывается прям по. Потому. Ла Анте. Анте. Ну, и Ану. Ану. Ну, это Ану. Ладно. Липу это билет, что-то плоское. Линия это в том числе и волосы, не только линия. Лоя это красный. Видимо, треугольник означает цвет. Цвет. Лон это быть. Быть, находиться. Лука это рука. Ну, как-то очень странно выглядит, ну ладно. Looking, смотреть, это глаз. Лупа, дырка, яма, например. Ну, яма не совсем дырка, ну ладно. Ма, это земля. Ну, кстати, похож на иероглиф. Седина. А, поле же, точно. Наверное, с китайского. Да, та, по-японски, правильно, так вот. Ну, и они, это не каллиграф. Та, или тен, тен, может, не тен, по-китайски не помню. Ма, дальше у нас идет мама, он же папа. Мани. Это деньги. И вообще никак не... Мэли. Мэли. Девушка. Ну, женский род. Мия. Мужской род. Ми. Ми. Уже 4 на 100. Это очень много. Моку. Есть. Есть. Видите, рука и... И рот, я так понимаю.
Муку. Моли. Моли. Вообще. Ну, Монси я не буду переводить. Это мне не нравится слово. Поэтому я его не буду переводить. Му — это любое звукоподражание. Мун — понятно. Луна. Муси, муси, муси. Муси, яма. Не знаю. Муте. Это много. Нанпа — это число, да, решетка. Наса — глупый, странный. Насин, не знаю. Нена — это любая возвышенность, в том числе и нос. Ни, я с японским путаю, поэтому не запомнилось. Ними — имя, имя. Нока — понятно, нога. О, ну о и будет. Олин, Олин, ну, не любить же, да, может быть. Она, ну я так понимаю, она. Open — понятно, что открывать. Пакала — это портить, вернее, разрушать. Видите, трещина в стене. Пакала — пали делать. Видите, человек руками что-то делает. Палиса — какой-то длинный предмет. Палка, например. Пан — хлеб. Вот, чтобы не подумал, что хлеб вот так можно использовать. Пана — тоже делать. Тут пани, а, пали. Пали, пана, по-моему, давать. Давать. Пи — это тоже грамматическая штучка. Пилин — это чувство, вот это любовь как раз. Пимея — очень странно выглядит. Бездна, тьма. Пини, вообще не знаю. Пипи — это какое-то, ну, не пресмыкающееся, а букашка, короче. Пока — это бок. Бок. Поки. Поки. Так много, кажется, мне не знаю. Пона — добрый, хороший. У нас Ике — пона. Пу. Пу — это книга, сакральная книга тук японистов. Сама — тот же самый. Да, две параллельные прямые. Сели — светить. Или я. Это тоже. Село. Село. Вот прямо идет список. Сема — это что? Сема. Ну, любое вопросительное слово, в принципе. Селю не знаю. То есть Сема можно убрать. Севи — это вверх. Что-то святое. Севи. Сиело — это тело. Тело. Сике — ну, видно, что это круг. Син — это лицо. Это лобная морщинка. Это глаза. Сина — это ты. Они, наверное, я. Уточнить. Ни, кстати, где? Не знаю. Синпин — это тоже лицо.
Нет, син значит не лицо. Син. Да. Интересно. Ситалин. Ситалин это образ. Образ сон это знание. Знание. Сувели. Сувели это животное какое-то. Сули большой, большой, почему-то буква В. Ну, соне, суно, солнце, свет. Супа на поверхности, поверхность. Суи, суи, что-то сладкое. Тан это причина, да, причина. То есть стрелочка обратно идет. Тасо. Тасо. Что может быть тасо? Тасо. Ну ладно. Тава и было кама. Тава это просто двигаться. Кама это приходить. Тело у нас было кон и тело. Тело это жидкость. Кон идет вверх. Тело жидкость. Темпо, ну понятно, время. Токи это язык. Все, что связано с языком. Томо дом. Ту. Ту, точно не знаю. Умпа. И тут сердечко и палоса. Я не буду переводить, что это означает. Ну, самое приличное слово это любовь. Ну ладно, половая любовь. Может, тут есть сердечко. Ута это уста, то есть рот. Утала, видно, что мечи нарала не перековали, схватились у ватки война. Утала. Вало это белый, да, правильная догадка, что треугольник это означает цвет. Цвет. А эти черточки, скорее всего, означают солнце. One, ну понятно, что это один. Васо, почему птица так изображена? Ну, можно, конечно, но странно. Вава. Вава вообще не знаю. Века. Века тоже не знаю. Вилли это хотеть. Да, у меня только неприличные ассоциации. Более причем. Ну, вот так вот мы сегодня поразвлекались. Оказывается, я столько много слов не знаю. Не запомнил хорошо. Но я, в принципе, не употреблял ассоциации. Просто ну и не повторял. Вот сколько много, оказывается, слов. Но из тех 136, наверное, меньше слов. Не знаю. Ну, посмотрим. Ну, давайте. Давайте пробежимся по тем 136 словам. Значит, вот она здесь. Нет, не здесь. Не здесь, наверное. И удалим все лишнее. Удалим лишнее. Очистить все. Получится длинная запись. Пан, если сделаем прямо. Ну,
Английский я уже буду рисовать. Мне хочу взять на вооружение себе. Это интересно. А-ла Кэсси, а-ла-с, анте, другой, другой. 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 Обычный. Изменение. Он грязный мусор. Да, фу, правильно, а портится неправильно. Грязный, який. Каракаси. Кипикан кипикан. Лен, одежда, одежда, лен, одежда, ну из льна, лен, лен одежда, ли, будет сказано, а лили маленький, little, lily, little, 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 lily, lily, lily. Looking, смотреть. Ну, понятно. Мани, все правильно. Мэри, женщина. Ну, все, что связано с женщиной. Месо. Так. А, Монти, сзади. Сзади. Монти. Монти. Монстр сзади бежит. Это еще и страх. Монстр. Монти. Значение так и нам по. Ли делать, правильно? Пана давать, все правильно. Пока, поки, поки. Коробка, поки, поки. Пакет. Нагревать, нагревать. Огонь, огонь, тепло. Не светить, а не огонь. Сели. 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 Син. Син. Новый. Новый. Син. Новый. Син. Ну, как по-китайски. Син. 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 Или по-японски. Да, я Монти с Тонти перепутал. Вава, сила. Вава, власть. Вава. Вава, Тимова. Века далекий. Байт. Века. Требовать. Ну давайте повторим. А кеси ала аласа але анпа анте другой другой анте анте больше меньше разница анте ану они, кстати, надо было посмотреть. Эсун, подавай. Ке ило. Инса яки, грязный. Яки. Мусор. Ну вот такой нагромождение, как мусор. Я не ело.
Йо, кстати, надо посмотреть. Йо-ни. Йо-ни. Потому что они спутываются. Камака. Камакаси кен. Кепекен. Кили. Кивен. Ко. Кон. Куле. Кулупу. Куте. Ла. Ла. Почему я не посмотрел? Лапе, лассо. Лассо тоже не посмотрел почему-то. Или там не было. Может быть, и не было. Лава, лен, одежда. Одежда. У нас тело. Сьело, надевает одежду. Лен. Ленточку повезу. Надежда, ленточка, надежда. Вот это погоны, как будто. Ленточка на погонах. Или у ветеранов. Эти памятные ленточки. Лен. Надежда. Ли. Лили, маленький, маленький. Понятно, они так сделали. И почему-то три маленьких хлеба получилось, да? Нет. Да, вот три маленьких хлеба. Линия липу. Лоелон. Лука. Лукин. Лупа. Ма. Мама. Мани. Мани. Ну, можно представить, что на шее медаль золотая. Мани. Мели, ми, кстати, ми тоже почему-то я пропустил, что миямоку, моли, моли, почему-то монси сбоку, а не сзади, монси. Муси, муси, почему-то тоже или там не было. Муте, нанпа, наса, насин тоже. Нена, ни, ними. Нока, о, олин, олин тоже не было. Она, опен, пакала, пали, палиса, пан, пана, пи. Пилин, имея пини, пини, кстати, тоже пини, видимо, я. Пипи, пока, поки, это коробка, поки. Пона, пу, сама, сели, огонь, огонь, сели. Село, съело, там есть, там не было, по-моему, село, ну, надо посмотреть. Севы почему-то не было, но можно представить как облако. Севы сиело сике син, син новый, почему-то новый. Непонятно. Син новый. Ну ладно. Новый так. Сина, ты, Синпин, лицо, чему-то справа лицо или слева, не знаю. Ситлен, сона, сувели, суви, сули, суно, супа, сувитан, тасо, тасо тоже вроде не было. Тава, тело, Темпо, токи, томо, ту. Ту, по-моему, тоже не было. Унпа, ну, унпа, понятно. Ута, утала, вала, ван, васо. Мама, сила. Сила, сильный. Как не спутать с мани? Вот, руки поднял. Кстати, победы. Баба. Вава.
Века далекий. Тоже не путаем с анте. Века далекий. Ну, были это желания. Ну, вот как-то так. Очень интересно, почему так произошло. Ну, ладно. Получилось еще больше, чем мы запоминали видео. Но зато разобрали все.